Монгольского крестьянина приводят в контору, где важный человек предлагает ему миллион долларов с одним условием, чтоб он нажал на красную кнопку на столе. И говорит бедняку, что если он ее нажмет, то один старик Монголии упадет замертво. Он не говорил почему, говорил только то, что его смерть полезна народу. И вот крестьянин нажимает кнопку. Забирает деньги и идет домой. Но его мучает то, что он сделал. Он не может тратить эти деньги. И в итоге он покончил с собой. У каждого в жизни был такой монгол, крестьянин. Это такой поступок, которого мы стыдимся. И стоит кому-то узнать, что именно он заставит тебя сделать. Что угодно, сознаться в чем угодно, чтобы это скрыть или искупить вину. Крестьянин. Это такой поступок, которого мы стыдимся.